Сначала. Активного отдыха на воде. С вами Boathouse TV, мастерская Баркас 54, я Тимур. Капитан лодки Казанка 5, который любезно предоставил нам ее в подарок, либо под проект. Мы это уже озвучивали в своем видео, что если у кого-то есть интересные проекты и желания помоделировать, что-то сделать с этой лодкой, милости просим, все это обсуждаемо, оговариваемо, то есть корпус есть, можно с ним поработать. Корпус замечательный, ну, понятно, что он не без изъянов, но все это устраняется, все это делается, было бы желание. Нет, так сделаем себе. Завидовать будете страшно. Он себе приобрел лодку «Тактика», взвесился за и против, и решил взять 4.30 «Тактику» двухконсольную. Приобретал он у дилера. Вот, ждал где-то в течение месяца, наверное, или полутора даже. Ну, все-таки. Значит, взял он вот в таком виде. Кринолины, веера, две консоли, стекло родное, это будем устанавливать. Вот, носовой рундук. Ну, таки все. Что мы с ней делаем? Лебедка бушприт, сюда устанавливается. Стекло устанавливаем, две стойки крутящиеся на два сиденья мягких, сзади будет кормовой рундук на ширину бака, ну чуть шире, вот бака будет кормовой рундук, аккумулятор, помпа в корме, кингстон сливное, потому что его нет, почему-то нету кингстона, сделаем, поставим кингстон, габаритные огни. Навешиваем мотор, пробрасываем рулевое управление, рулевой редуктор, рулевой трос, контроллер, машинка и провода, ну, троса газ-реверс. Мотор есть, 25-й, с курами, да, с курами. С курами, либо с мышами, там, ну, что-то там, какая-то история такая темная. Вот, бывший рупельный. На данном этапе все, то есть лодка зашла на старте, ничего говорить не буду. Тактика никак не изменяет себе, то есть те же швы в своем классе, она самая дешевая, по-моему. Вот, поэтому капитан принял решение, любое решение, если человек вообще в принципе принимает решение, я этого человека уважаю. Поэтому, ну а тут человек для себя определился, сказал, что да, меня это устраивает, ну и хорошо. То есть мы ее доукомплектуем и в дальнейшем покажем, что из этого получится. Так что всегда вам рады, Баркас 54, я этим буду. Ну таки все.